Добрый день, друзья. Привет, братишки и сестренки. Дружище, давайте я сразу задам вопрос. Есть ли у тебя желание иметь нормальные деньги, даже не нормальные, а денег, чтобы было достаточно там купить себе нормальный дом, нормальную квартиру, нормальную машину, отдыхать там не один раз в год там, или там в два года, или, ну, а нормально отдыхать каждые там, я не знаю, там пару месяцев, а может вообще жить где-нибудь там на море, где ты давно мечтал и вообще где самое главное подходит тебе климат. Как тебе такое вообще? Есть у тебя такое желание? Я думаю, многие ответят, что да, но большинство, наверное, скажут, да нет, ну где такие деньги взять, я там на работу хожу с утра до вечера, целый день на работе, потом прихожу там, приезжаю домой уже убитый, времени нет, сил нет, и какая там, какие еще деньги. А теперь такой вопрос, вот, дружище, если бы ты, например, знал, что каждый день, какие-нибудь там полчаса в день ты инвестируешь, смотри, не просто как-то там работаешь, а инвестируешь свое свободное время в то дело, которое тебе нравится, то, которое очень перспективное, и то, которое принесет тебе нормальные деньги, достойные деньги. Ты бы решился бы каждый день выполнять, там, инвестировать эти полчаса в день? Давай подумай и реши для себя, смог бы ты инвестировать, выделить бы эти полчаса. И, например, если бы тебе сказали, что ты там через несколько месяцев у тебя, во-первых, там как минимум удвоится доход, а может даже и утроится, а через там еще там, например, полгода или год ты уже сможешь даже уйти со своей работы и жить на эти деньги спокойно, и тебе не будет стыдно там перед соседями, перед друзьями, что у них там лучше машина, лучше квартира, что они чаще там ездят на море, что у их детей там вещи дороже, красивее, практичнее, что они могут позволить там купить там хороший телефон там своим детям на подарок. А у тебя там ты весь в долгах, в кредитах, и ты вообще там, ну, у тебя ни сил, ни времени, ни энергии, даже там вечером ты приходишь, и тебя там не хватает сил даже нормально там, не знаю, своим детям уделить или там своим друзьям, или даже нету сил пойти куда-нибудь с друзьями отдохнуть, как в старые добрые времена, когда ты там был там студентом или там учился после школы, там начинал только работать. Смотри, дружище, есть хорошая такая притча. Те, кто работают целый день, тех нету времени и сил зарабатывать деньги. Тот же Роберт Киосаки, опять же, ты видишь сейчас перед собой это красивое его выражение. Богатыми становятся в свободное от работы время. Роберт Киосаки. И те, кто еще не знает, кто такой Роберт Киосаки, могу сказать, что, ну, во-первых, это человек, который написал несколько книг про то, как он стал именно богатым, благодаря тому, что он поменял несколько убеждений в своей голове. И у него были бедные родители, у него родители были учителя, но ему повезло, у его товарища, его друга был богатый папа, и он их обучал именно всему и обучил их тем привычкам, тем убеждениям, которые привели к тому, что Роберт Киосаки сейчас мультимиллионер, известный писатель, и у него куча времени и денег заниматься тем, именно что он, ну, что ему нравится. Он там путешествует, покупает недвижимость, у него там очень много недвижимости, на которой он зарабатывает, сдает, получает пассивный доход. И я думаю, к этому человеку, он не теоретик, он практик, нужно прислушаться. Теперь, дружище, опять же, к тебе такой вопрос. Если ты реально хочешь зарабатывать деньги, как ты думаешь, то, что ты ходишь на работу и, по сути, ты делаешь кого-то богатым, ты по 8 часов в день минимум делаешь какого-то чужого дядю или тетю, своего начальника, своего босса, делаешь богатым. И ты думаешь, что если ты будешь это продолжать каждый день, это сделает тебя богаче или его? Я думаю, ты и сам видишь, что твой начальник, твой там босс, он и так ездит и на курорт, и у него машина хорошая, квартира, дома там, он путешествует, и у него там куча денег. Но смотри, если ты и дальше будешь продолжать это делать, то у тебя реально с каждым годом будет все меньше и денег, и энергии, и сил, и вообще тебе жить особо не будет в кайф. Поэтому подумай, задай себе вопрос. Если у тебя нету времени, то может просто ты время свое инвестируешь не туда и не тех людей делаешь богатыми. Вместо того, чтобы самому инвестировать время в свою деятельность, там, обучаться тем профессиям, тем навыкам, которые сейчас, там, например, заработок в интернете, там, прокачка соцсетей, заработок на криптовалюте, ты ходишь на работу каждый день или там вообще ничего не делаешь и просто это время
ну, просирается, и ты, естественно, не станешь богатым. Поэтому, друзья, задавайте себе правильные вопросы. Куда вы инвестируете свое время? Почему у вас нет сил? А нет сил у вас, потому что вы не для себя, не свое дело прокачиваете, а просто, по сути, всю свою энергию сливаете куда-то, ну, непонятно куда. Ну, точнее, всем понятно, вы делаете кого-то богатыми. Кто умнее вас считает себя, кто там, не знаю, там, больше замотивирован, и на тех вы работаете, и тех же делаете богаче, и тем зарабатываете деньги, которые там, ну, 90% себе забирают, а вам отдают там какую-то часть небольшую. Поэтому у вас ни денег, ни времени, ни силы. Поэтому у вас нету ни энергии, потому что ваше подсознание чувствует, что вы занимаетесь не тем, чем надо. Вы не себя сделаете богаче, не зарабатываете себе деньги, а ходите и зарабатываете деньги другим людям, которым, по сути, на вас наплевать. Поэтому, дружище, задай себе вопрос, на чью мельницу ты, по сути, льешь воду, кого ты делаешь богаче, чей огород ты окучиваешь, свой или чужой, и потом не удивляйся, какие результаты со временем, даже сейчас ты уже видишь, какие результаты у тебя и твоего начальника, у кого больше денег. Те же, кто думает, что, ну, не могут там бросить сейчас работу, я не призываю бросать работу, друзья, просто, опять же, на той же самой работе вы же не работаете целый там, все 8 часов, кто-то там... Ну, все знают, что, ну, максимум там половину времени все занимаются своими делами. И это время можно направить на то же, как мы, у нас сейчас там запустили мы марафон, интенсив по прокачке соцсетей, по заработку на проектах, которые как, ну, основаны на смарт-контрактах, на блокчейне, на криптовалютах. И если это вы время грамотно, вместо того, чтобы там поболтать с коллегами, там позаниматься какой-нибудь хренью, посидеть в соцсетях, вы инвестируете эти время хотя бы полчаса в день на то, чтобы прокачать свои скиллы и начать зарабатывать в интернете, то вы очень удивитесь, какие результаты у вас по деньгам будут там через несколько недель, через несколько месяцев. Я уже молчу, если вы будете этим заниматься несколько лет. Тогда, я думаю, у вас будет больше денег, чем у вашего начальника, который сейчас, или босса. Поэтому, дружище, задавай себе правильные ответы и честно себе отвечай на это. И поэтому, как бы, если ты честно ответишь, ты сам поймешь, к чему ты через время придешь. Посмотри на то, чем ты занимаешься, куда ты направляешь свое время, энергию, и ты поймешь, сколько у тебя денег будет через время, или их у тебя вообще не будет. И твои дети, например, придут и зададут такой тебе вопрос: а почему там у их друзей, у твоих там каких-нибудь товарищей, у детей там нормальные телефоны, нормальная одежда там дорогая и удобная, они ездят отдыхать, у них там хорошая машина, а у тебя ничего нет, и... Как ты себя потом будешь чувствовать? Кем ты будешь чувствовать? Кто ты для своей семьи? Вот сейчас это решается, именно сегодня. И последствия твоего решения сегодня, они скажутся через время, и потом уже ты вряд ли что-то изменишь. Потому что чем старше мы становимся, чем меньше у нас энергии становится, если мы занимаемся не тем нелюбимым делом, а делаем других богаче людей, тем меньше у нас шансов что-то изменить в жизни. Поэтому, друзья... Задавайте себе правильные вопросы, честно отвечайте и делайте правильный выбор. Работайте на себя, вкладывайте энергию, силы и время в себя и в развитие своих навыков, и своего бизнеса, своего дела. И тогда у вас будет и денег достаточно, и вы будете получать достойное вознаграждение за твой труд, за свой труд, и, а не работать, по сути, быть рабом каких-то там начальников, боссов. Дружище, если тебе понравилось данное видео, ставь лайк, пиши комментарий, поделись в соцсетях, может, ты еще кому-то поможешь, своим друзьям тоже проснуться. И участвуйте в нашем марафоне, где мы обучаем всю нашу команду, как использовать соцсети для того, чтобы зарабатывать на криптовалюте, на трендах 2020 года, смарт-контрактах. На этом все, друзья, до новых встреч!